Get out of my way. What? Go home! Oh, hey, you! Ooh. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики! С вами Гидеон, и мы продолжаем проходить игру Shenmue в разделе «Лучшие игры». Это четвертая часть моего прохождения. Ну что же, напомню, что в третьей части мы остановились на том, что мы отправились искать моряков, но не смогли их найти, потому что они бывают в городе только вечером. Поэтому мы зашли в наш игровой зал «Аркейд» и посмотрели немного игровых автоматов. Безусловно, мы увидели не все, я покажу все чуть позже. Не стоит складывать все в одну корзину. А сейчас время близится уже к вечеру, немножко стемнело, и скоро будет 6 часов, что, мне кажется, означает вечер. Поэтому мы немножко прогуляемся. Еще раз поговорим с Назоми. Назоми. Рио. You got a minute? Nozomi, do you know of any shops where sailors might go? Well, they sure don't come in here. I'd guess that they probably hang out in bars. Yeah, probably. Hey, sorry to bother you at work. It's no bother. But Ryo... Hmm? Don't do anything crazy. I won't. See ya. Да, Рио, конечно, обещает. Но что же поделать? Придется ввязываться в неприятности, если мы хотим узнать, кто убил нашего отца. Вообще, мы знаем, конечно, кто убил нашего отца. Нам непонятно, за что. Итак, у нас есть бар Якосука, и мы сходим туда. А он еще открыт? А, он уже открыт. Зайдем. Excuse me. Oh, hey, Ryo. I can't serve you alcohol, but have a seat. Thanks. How about a cola? Sure. So, what's up? Saijo-san, do you know any places where sailors like to hang out around here? You say sailors, but you don't mean just any sailor, do you? Right. Try the MJQ Jazz Bar, or Heartbeats Bar. Is that where they go? But you best be careful. I hear they run with a dangerous crowd. Any guys with tattoos on their arms? You'll probably find guys like that there. That's all right. Ну что же, уютненький бар нам дали дельный совет, отправимся... Hi, Ryo. Акими-сан. О, какая-то наша знакомая, видимо. You're still a minor. Ine-san's worried, you know. Alright. Ну, мы просто, видимо, поприветствовали данную прекрасную даму. Теперь мы отправимся в бар МДК или Heartbeats, то есть удары сердца, и спросим там. Так, это караоке бар Наны, это бар Тун, но он закрыт, как я вижу. Сейчас это пиццерия Боба. Это... Зал автоматов, нет, не то, бар Линды. И где же у нас бар Удары сердца или МДК? Сейчас не могу найти, поэтому я обращусь, как всегда, к карте. Спасибо тому человеку, кто придумал карты. Итак,
Бар Юкасука. Global Travel, Water Dragon. Что-то здесь большинство просто не отмечены, к сожалению. Просто большинство не отмечены на карте и как пустые выглядят. Какие-то они такие странные, подпольные прямо. Подпольные. Так. Так, нет, я что-то, видимо, пропустил. Возможно, нам стоит спуститься еще раз туда вниз, куда мы спускались, и нас прогнали, какое-то такое. Или давайте спросим. Оно-сан. Hey, Ryo! Do you know any place where sailors might hang out around here? Sailors? There should be a lot of them in the bars around here at night. Bars. Thank you. Ну, про бары-то мы уже знаем, понимаешь? Ну-ка, а что эти плохие ребята нам скажут? Ничего хорошего, я думаю. Но все-таки стоит попробовать. What is it, kid? I need to ask you something. Forget it! Who the hell do you think you're talking to? You fucking with me? I've got a question for you. Who are you kidding? I will hurt you! Ой, ну что же вы такие прям, я не знаю, злые, агрессивные люди. Ничего не спрашивай, я тебя побью. Ain't got time for punk kids. Get out of here. Да, все то же самое. Все то же самое. Нас отправляют отсюда куда подальше. Ну что же, я попробую зайти в бар Линды. Excuse me. Are you alone? I'm looking for a place where sailors hang out. Do they come here? Sailors? No, they don't come here. But more importantly, you do have time to come in, right? No, I'm in a hurry. Yeah? Do you want something to drink? No, thanks. I'd better go. Oh, that's a shame. Какая женщина странная, на что она нас подбивает? Не ночная ли это бабочка? Ха. Ну что ж, может, бар Линда нам что-то подскажет. Я надеюсь. Какой маленький бар. С ума сойти. Excuse me. What? I'm looking for a place where sailors hang out. Do any sailors come here? Sailors? They don't come here. I see. Again? What is it this time? Nothing. Well, if that's all, I'll ask you to go on home then. All right. See you. Да, видимо, здесь только выпивают люди. Очень такое маленькое место, как комната в квартирке. Ну что же, время уже 19:03. А мы все еще не приближаемся к тому месту, где находятся моряки. Но МДК-бар я, кажется, видел где-то здесь неподалеку. Караоке. Сейчас мы все найдем. Обязательно. Обязательно все найдем. А, вот. Джаз-бар МДК. Хорошая, приятная музыка. Теплая атмосфера ждет вас в баре МДК. Каждый вечер. Только у нас бильярд. И теплая атмосфера. Yeah? What? Are those people sailors? Who knows? Why don't you ask them yourself? But don't start anything. Got it? Okay. Ну ладно, спросим. Может, они и правда морячки. Хотя не похожи. Got a minute? Hey! The kid's saying something! Are you guys sailors? Could be. Hey, kid! How about a game? Game?
You sink the ball in one shot, you win. And I'll answer your questions. But you miss, I win. Buy me a bourbon. Okay? Ну что же, рискнем. Рискнем. You're on. Just have to make the shot, right? Try your luck. Надеюсь, у меня получится, потому что до этого я в Шенму не играл в баре. В бильярд. О, да, это будет сложный удар. Обратимся к помощи. Сматривай стол и прицеливайся из режима обзора сверху. А, увеличение вида, точный прицел. Б, для возврата к прежнему виду. А, чтобы ударить. Да, это будет... Это будет сложно. Немного он ведет. Кей, если я двигаю. Что-то чуть-чуть двигается, конечно, да. Ну, в общем-то, нам нужно забить шарп, ударив по касательной. Ох, непросто это будет. Ну, я попробую. Ах, не получилось. Ну, что ж такое? Нет, придется купить ему виски. Missed. Thanks, kid. Set him up. Сколько же он стоит, интересно? О, 1000 йен. Какой кошмар. Да, этот парень нас разоряет. Это нам не игрушки по 100 йен покупать. Ну что же, не получилось у нас ничего в баре МДК. И я хочу найти бар удара сердца. Где он у нас находится? Лапис-предсказатель. Ха. Фарфоровая лавка. Нет, здесь уже, здесь у нас уже нету ничего, поэтому идем далее. Где же бар удара сердца? Сейчас посмотрим. Не вижу пока, пока не вижу. Да, здесь на карте у нас не отмечен бар. Да вообще тут бары не отмечены у нас на карте. О, видите, как лавка закрывается. 8 часов вечера. Зато многие другие открываются. Да, бильярд довольно тяжелая игрушка. Не всякий раз возьмешь и выиграешь. Что-то я не могу найти бар удара сердца, хотя очень знакомое название. Я точно помню, что я где-то его встречал. О, пьяненький мужичок. Поговорим с ним? А, нельзя. Пьяненький мужичок возвращается с работы. О, давайте спросим. Tatsumi-san. Hey, what's up? Got a minute? Come back later, will you? I see. Нет, ничего, кстати, он нам не подсказывает. Да. Придется все делать самим, к сожалению. Где же тут бар удара сердца? Явно не на главной улице. Т.
Tom. Hi, Dio. Do you know any place where sailors hang out? Sailors? Yeah, I do. They hang out at bars. They always start street fights when they're drunk, you know. I can't stand them, man. Which bar do they hang out at? I don't know. I'm broke. I can't afford to drink. Oh well, later. Что же, да, это мы все уже, безусловно, слышали. Это мы все уже знаем. Нужно продолжать искать. Продолжать искать. Это же бар «Удары сердца». Здесь лавка уже закрылась и подметает. Давайте спросим, пока он не ушел. Нельзя спросить? Жалко. Ладно. Пьяненький уже сюда дошел. Что же, где же «Удары сердца» бар? Почему я не могу найти? Excuse me. If you want to talk, come to the bar. Okay. Bye for now. Goodbye. Да. Идем в бар. Нет, не хочу я с тобой в бар идти. Караоке. В караоке нам вряд ли что подскажут. Может, в зал игровых автоматов зайдем? Почему нет? Может быть, там нам подскажут? Кстати, здесь два зала игровых автоматов. Надо будет и в другой еще заглянуть. Excuse me. Yes? What can I help you with? I'd like to ask you something. About what? Would you happen to know a place where sailors hang out? Sailors? No, no idea. Да, не хочет нам ничего подсказать дельного. Я видел, там парень какой-то стоял. Спросим у него. Excuse me. I'd like to ask you something. This is the best part. Leave me alone. I hit the jackpot. Must be my lucky day. Да неправда. Ничего ты здесь не сорвешь. Один проигрыш здесь, один проигрыш. Не верьте никому. Что ж, посмотрим, что в другом зале автоматов. Почему же нас вниз не пускают? Что-то там не то. Что-то там не то. Может быть, там и есть зал «Удары сердца». Поэтому нас туда не пускают. О, а парень-то ушел. Ну-ка, ну-ка. Get out of my way. What? Go home! Oh, hey, you! Кажется, мы нашли бар «Удары сердца». Удары в сердце, я бы сказал. Ну что же, зайдем. Welcome. Here you go! Milk's perfect for a schoolboy, I'd say! Are those guys sailors? Maybe. I'm looking for sailors who work with Chinese ships. What are you, some kind of TV detective or something? Back off! You little punk! You looking for some of this? That's enough. You put on quite a show, boy. I'm looking for info about a Chinese cartel. I'll tell you. What? In return, you don't show your face here again. Okay. Look for a guy named Charlie. Charlie? He deals in smuggled goods. He's well known in the underworld.
He should know about the Chinese cartel. Where is he? He loves his hog. Try asking at the motorcycle shop nearby. What's he look like? He always wears shades and a black leather jacket. And he's got a tattoo on his arm. A tattoo on his arm? Enough talk. Now get out! Ну что ж, дорогие друзья, эта ночка выдалась явно жаркой. Все наши данные, так сказать, приходится выбивать руками и ногами. Никто не хочет делиться с нами. Мы, видите ли, слишком маленькие для них. Но кулаки, видимо, достаточные уже для этих ребят. Ну что же, а теперь нам нужно сходить в бар мотоциклов и спросить Чарли. Кто это такой? Где он может быть? К сожалению... О, он уже уходит. Подожди. Оно-сан. Hey! I'm in a hurry now. I'll see you later. Нет, к сожалению, он уже уходит. И парней этих нету. И парни эти тоже ушли, которые с мотоциклами здесь возились и на нас так грубо наговорили. Но я не вижу что-то времени работы в магазине мотоциклов. Что-то я его не вижу. Магазин мотоциклов, да, это я замечаю. Хм, но времени работы я не вижу. Нам надо узнать, кто же этот Чарли, этот странный Чарли. Попробуем спросить у тех, кто еще не отправился спать, хотя уже 10 часов вечера. Уже нам скоро нужно отправляться домой, около 11. Tom. Hi-yo. I'm looking for a guy named Charlie. Do you know him? Charlie? He wears sunglasses, a black leather jacket, and has a tattoo on his arm. No, I don't know him, man. Really? Очень жаль, Том не знает его. Все лавки закрыты, уже глубокий вечер. Кстати, здесь мотоциклов много стоит, значит, кто-то здесь должен быть. Но я его не вижу, к сожалению. Возможно, в зале аркейд мы найдем кого-нибудь. Спросим. Не просто же так эти мотоциклы здесь припаркованы. Хотя странно видеть здоровых мужиков, которые знакомы. Ха, ребят, ты правда здесь. Привет, господа. What do you want? I want to ask you something. Hey, you got a death wish or something? Go on, kiss off, punk. Не хотят они с нами говорить. What do you want? I need to ask you something. I got nothing to say to you. Who the hell do you think you're talking to? You fronting with me? I've got a question for you. Who are you kidding? I will hurt you. Нет, говорят они нам ровно то же самое, что и до этого. Yeah. I'm looking for someone. Do you know of a guy named Charlie? Charlie? Yeah, I don't know him. I see. Do you know anyone who might know this Charlie guy? Nah, can't think of anyone. I see. Да, кошмарный на вид мужичок. Ну что же, эти нам ничего говорить не хотят. Time. А времени уже действительно очень поздно, 10:30. Ну что же, отправимся домой. Придется нам дождаться следующего дня, чтобы поговорить с этим Чарли. А точнее найти его, просто нам его стоит найти. Да, подвыпившие люди отправляются домой. Кстати, может он знает что-нибудь. Excuse me. Terribly sorry, but I've been too tired lately. Да. Catch me next time. Ты очень устал и много выпил, это точно. Ну что же, ладно, отправляемся назад.
в Яманосе. Но при этом не забудем сходить к нашему котенку. Назоми уже ушла, магазин закрыт. Я еще раз пройдусь через этот квартал. Возможно, нам кто-нибудь встретится из этих морячков, с кем можно будет пообщаться. Нет, к сожалению, никого здесь мы не встречаем. И отправляемся домой. Надо будет не забыть зайти к нашей кисе. А также поговорить с Ини-сан, потому что она волнуется, как нам передали. Действительно, старушку нельзя беспокоить. Да, темно уже, очень темно на улице. Надеюсь, доберемся без каких-либо эксцессов. Ну что же, надеюсь, наша рыбка придется ей по вкусу. How are you doing? Doesn't that feel good? Так, где наша рыбка, которую мы покупали? А вот и она. Мы ее тоже не можем применить. Очень странно. Почему так? Так, а если мы в этом меню попробуем? Нет, здесь нельзя, к сожалению. Ну, котенка-то надо кормить, что ж такое-то? Нет, нельзя применить, к сожалению, рыбку. Не получается. И молочко тоже. Ну что, к сожалению, надеюсь, завтра здесь будет Мегуми. Мы с ей дадим еду. И она и покормит котенка, потому что лапка у него должна уже зажить. Хотя нет, прошло-то всего... Всего-то прошло несколько дней, даже недели не прошло. С того момента, как к нам наведывался этот злодей Лэнди. Ну что ж, я сейчас попытаюсь разыскать Ини-сан. Надеюсь, она не спряталась где-то в доме. Мы пожелаем ей спокойной ночи и отправимся сами спать. Yuo-san, you're home. Oh, hi, Ini-san. I was worried because it was getting late. Don't worry. I'll always be home by 11 o'clock. I do not wish to nag you, but... Yes, I understand. Да, время уже больше, чем 11:30, и к 11 нам нужно отправляться спать, конечно же. Не стоит задерживаться и заставлять волноваться старушку. Ну что ж, ложимся спать. На этом я заканчиваю четвертую часть моего прохождения по игре Shenmue. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.